Произошло ДТП с участием автомобиля Volvo и автомобиля ВАЗ-2107. Я так понимаю, есть пострадавшие. Начальник, я на иномарке, начальник. От вас спиртным пахнет. Это бензин, я заправлялся, пролил случайно. Я стою на светофоре 40 километров в час, у меня зеленый. Так что ж вы стоите, у вас зеленый? Ты не понимаешь, я вышел из машины, чтобы бабушку через дорогу перевезти. Этот черт на семерке сбил бабушку и потом меня. На! А где бабушка? Домой пошла. Как домой пошла? А не знаешь, какие живучие, начальник? Ситуация вообще, я тебе говорю. Я сижу дома, думаю, надо поехать в спортзал, поподтягиваться. Подтягиваюсь к светофору, смотрю, этот черт на семерке летит. А тут недалеко, 200 метров, детский садик. Я думаю, лучше я, чем дети. У него даже документов нет. Почему? Я их порвал. Документы получишь в УГТПКП КТУ. Где? Ты что, не знаешь, над вами структуру сейчас сделали? УГТПКП КТУ. Хочешь там работать? Колено прострели ему. А какое колено? Начальник, на минуточку, можно я тебя дерну сюда? Я тебе говорю, это он виноват в ДТП. Вот так подойди к нему, вот так скажи. Слышишь, ты? Это ты виноват в ДТП или ща ему? Да просто покаси. Просто покаси. Просто покажи. Пацан, все, ты что? Мы с тобой, братья, хочешь такси вызову домой? Да какое такси? Шеф, вот я тебе, вот скажи мне, ты мусор, ой, у тебя ксива же есть? Покажи, отвечаю, не буду трогать, покажи. Вот смотри, просто покажу, просто покажу. Вот так подойди к нему, скажи, слышишь, ты, я из УГТП КТУ. И так, на его, просто покажи, просто показал. Просто по... Да что вы делаете? Да что такого? Мужик мужика в сердце поцеловал. Что такого? Все, давай, шеф, взгляд воробьины. Пошел к нему. Серьезный базар. Значит, давай. Я с вами еще не разговаривал по поводу ДТП. Да что ты базаришь? Леща, дай ему. Давай, начальник, давай. Ломай. Ты на мента закусил? Че? На. Цепочку сними, начальник. Бумажник-то. Здравствуйте. Я владелец иномарки, я ходил полицию вызывать. О, вы уже здесь? Ты все снял? Я Валера из Адлера ударил мента, вам слабо?